Стоп, стоп, стоп. Друзья, не спешите переключать это видео. Это очень важное видео, которое необходимо нам всем, потому что инвестировать нужно прежде всего в свое здоровье. А сегодня мы поговорим еще про кабельный стояк и очень важное видео для женщин, потому что я обещал снять видео для женщин, поэтому если вы девушка или женщина, то досмотрите данное видео до завершения. Также, если вы мужчина, видео именно для вас тоже очень сильно подойдет. Итак, друзья, стоп, 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 смотрим внимательно. Итак, посылка, что нужно покупать абсолютно всем, неважно, вы мужчина, женщина, на iHerb. Если вы раньше этого не делали, еще ранее, то досмотрите данное видео до завершения. Я вам покажу еще, как на телефоне максимально сэкономить. Друзья, то есть мы получим и бонусы, и подарки. А я напоминал вам о том, что подарки на iHerb приходят шикарные. Просто шикарные. Я неоднократно вам уже это говорил. Плюс к этому вам еще приходят и бонусы. Итак, друзья, смотрим данное видео до завершения. А если вам нужно еще больше рецептов, и вы хотите их увидеть, напишите в комментариях прямо сейчас. Автор, давай еще рецепты. Все, время не тратим, погнали. Смотрим данное видео до конца. Друзья, пока я распаковываю, хочу сразу сказать то, что данное видео не является каким-либо руководством к действию. Я показываю лично то, что сам делаю, сам все принимаю, да, и оно действительно мне помогает. Все видео на канале информационные, и вы сами принимаете решение, нужно вам это или не нужно. Итак, вот посылка, и смотрите внимательно, что я заказал. Вот это очень внимательно и очень важно. Как обещал, оно помогает и для потенции, и для похудения, и борьба со старостью, и помогает женщинам для красоты. Итак, глицин. Глицин сам я не принимаю, а принимаю его в связке с НАКом, вот так вот. Вот и то, то, что вы сейчас видите, это все, именно вот это все, это в виде, как правильно сказать, это в виде порошка. То есть там есть скуп, и мы можем через скуп это все брать и принимать. Вот так я принимаю. Борьба со старостью. Хотите больше видео или более подробно об этом рассказать, напишите в комментариях. Автор, расскажи, и я прямо сейчас это расскажу. Дальше. Помигранат. Думаю, все знают, что это такое. Если не знаете, слушайте внимательно. Гранатовый сок. Если у вас анемия, кружится голова, или вам просто в больнице говорят о том, что у вас понижен гемоглобин, то вот эта штука, она очень и очень необходима. Но гранаты стоят огромные деньги, а вот эта штука стоит недорого. А если с учетом того, что вы каждую посылку будете указывать этот промокод, я еще раз напомню, вот этот промокод, а мы использовали около 2000 разных промокодов. И именно этот промокод, он подходит на все виды товаров. Не важно, что вы будете заказывать на iHerb, этот промокод, он самый-самый лучший. Всегда используйте его, проверьте его. Мы проверили 2000 промокодов, и только этот промокод, он самый лучший. То есть на каждую посылку, неважно, что вы будете заказывать, всегда указываем только этот промокод. Погнали дальше. Таурин. Неважно, спортсмен вы, или вы уже пенсионер, или там мама в декрете. Эта штука, она помогает тоже всем. Утром натощак или перед тренировкой выпиваем, и все. Хотите, сниму отдельное видео. Скажу то, что и для потенции тоже помогает. У меня есть дедушка, ему 95 лет. Так вот, он принимает таурин на постоянной основе. Не знаю, правильно это или нет, я рассказываю только то, что принимает дедушка. Так вот, дедушке 95 лет, а его жене, на минуточку, 30 лет. 30! Так помимо, если бы, бывает, скажете, да, но если я скажу то, что у него жена 30, а еще и 3 любовницы, я вижу лично, как приходят, он живет в вагончике и приходят эти девушки. Если интересно, готов выложить отдельное видео, как они к нему приходят. Хотите, напишите в комментариях, выложу видео, и я выложу. Если этот ролик наберет огромное количество лайков и ваши комментарии, что выложу про деда, то я выложу видео о том, как к деду приходят любовницы. Только обещайте, что вы не будете жене говорить. И цитрулин тартрат взял. Зачем? Как вы думаете, тартрат взял для определенных целей? Чувствуя о том, что вот многие говорят о том, что нельзя, надо только заниматься спортом, надо только качаться и бегать, и кардио много. Друзья, вот этой штукой я худею шикарно. Если интересно, готов снять отдельное видео. Напишите в комментариях прямо сейчас. Автор, расскажи про карнитин, и я расскажу. Более того, улучшает именно вот этот карнитин, он улучшает кровеносную систему, улучшает сердце, работу сердца, да? И можно так сказать, что для ЦНС отлично влияет. И чувствую то, что действительно я худею. Как можно сказать, пассивно. Так вот, то, что мы говорили про инвестиции, да, инвестировать нужно в свое здоровье. И я хочу сказать то, что только вдумайтесь. Правильно подобранные витамины и добавки – это залог нашего здоровья и долголетия. Согласны вы со мной или нет? Напишите в комментариях. Согласны вы с этим или нет? Правильно подобранные витамины и добавки – это залог нашего с вами долголетия. Вот жду вашей обратной связи. И мне интересно ваше мнение, как вы со мной согласны или нет. Так вот эта штучка, друзья, она действительно классно работает. Отлично, просто шикарная. Вот если брать во внимание, эта штука просто номер один.
Чем худеете вы? Тоже напишите в комментариях. Кстати, мужчины, обратите внимание на эту штуку. В связке с определенными вещами, если интересно, расскажу. В связке всего лишь с одним продуктом, вот эта штучка, она работает. Для потенции просто шикарно. У вас будет каменный стояк. И там уже действительно не важно, в каком вы возрасте. Если интересно, напишите в комментариях. Вот давайте так, если это видео наберет хотя бы, ну, допустим так. Если это видео наберет действительно там, пускай 5000 лайков, я расскажу. Ну, а если хотите, чтобы это было раньше, напиши, рассказывай раньше, не жди лайков. Вот напишите в комментариях это, и я постараюсь максимально быстро это все рассказать. Ну, напоминаю то, что данное видео является лишь руководством к действию, да, и я показываю лично то, что делаю я сам, и сами принимать решение, нужно вам это или нет, но эта штука работает. И вот то, что я обещал, друзья, то, что я обещал, много подарков, много всего. Смотрите, когда вы делаете заказ на iHerb'е, вот смотрите, у вас, вот первое, вы должны запомнить вот эту штучку. Смотрите, видите сейчас? Видите сейчас внимательно, что у меня написано? Это я вручную сам написал, то есть вы сами можете писать, все потом стирать, но у вас должно быть написано вот так. Как это сделать, я сейчас все покажу, расскажу, вот все сейчас вы увидите. И вот теперь смотрим. Это я все, как говорится, убираю и показываем с самого начала. Смотрите, вот мой заказ. Вот я заказал, вот выбрал даже тут две штучки, выбрал, да? А ну, кстати, две не дают уже ограничения, потому что я посылки забиваю максимально. Вот выбрал все-все-все. И когда заказ у меня сформирован уже, и надо нажимать «Оформить заказ», я не спешу это делать. Это подходит для всех стран, друзья. Вот слушайте это внимательно. Это очень-очень важно. Я не спешу нажимать «Оформить заказ», а я смотрю «Добавить промокод». Нажимаю его, вот эту фразу синеньким, «Добавить промокод». И у меня оно высвечивается. Но у меня высвечивается правильно. У вас может высвечиваться не это, а может быть вообще пустое поле. Или какая-нибудь абракадабра должна может быть. Поэтому вы все это стираете полностью. Стираете и пишем большими буквами, без пробелов. R, A большая, P большие буквы. Дальше пробелов не ставим. Все без пробелов. 2, 0, 1, 4. Проверяем, смотрим. Вот мы закрыли коробок. Вот R, A, P, 2, 0, 1, 4. Думаю, здесь все. То есть то, что написано здесь, должно быть написано у вас и здесь. Думаю, все понятно. И после этого вы нажимаете «Применить» и заканчиваете уже данный заказ. То есть в самом конце, когда у вас корзина уже вся забита полностью, то есть вы забили ее, запомнили. Перед тем, как нажимать «Оформить заказ», вы заходите, ну уже у меня не высвечивается, нажимаете «Добавить промокод». И чтобы промокод был другой. Если у вас не будет этого промокода, а другие цифры или непонятные буквы, все равно ставим, удаляем то, что надо, и пишем то, что я говорю. Проверяем, чтобы оно... RAP2014. Для всех стран. Казахстан, Украина, вообще не важно. Все страны, только такой промокод. Попробуйте, друзья. Это будут подарки, и призы, и много заработка. Все, друзья. Вам крепкого здоровья. Напоминаю одно, что правильно подобранные добавки, витамины... Это залог вашего здоровья и долголетия. Жду вашей обратной связи, хорошей вам потенции, хороших крепких семей и мирного неба над головой. Согласны вы со мной или нет? Напишите об этом в комментариях, поделитесь данным видео и жду вашей обратной связи. Вся инфа находится или в шапке профиля, если смотрите нас в Телеграме, или в описании и в комментариях под этим видео, если смотрите нас на Ютубе. Поделитесь данным видео с друзьями и знакомыми. Не ленитесь, пожалуйста, поделитесь. Пускай люди тоже делают покупки и зарабатывают на этом, и экономят тоже. Пожалуйста.